Так, это фикс прайс. А вот она, африканская коллекция. Что такое? Такая штука стоит, что-то не написано сколько. Так, что тут еще? А вот фигурки. Маска 199 рублей. Это декоративная фигурка. Так. Ой, что тут еще есть? С африканской коллекции. Ну, это пока что, наверное, все. Смотрите, веточка хлопка. 99 рублей. Сухоцвет интерьерный. Это тоже африканская коллекция. Такой большой. Вот такая еще штучка есть. Шкатулка. Вот сколько она стоит, я даже не знаю. Ну, наверное, рублей 199 или 249. Вот такое кашпо. Смотрите, вот я куда-нибудь подвешивать за перила, видимо, да? 149 рублей оно стоит. Металлическое. Это новинки, я так понимаю. И вот такая вот декоративная статуэтка. Тоже из коллекции Африка. Цветы искусственные. Какие яркие. Вот такая подставка на колесиках. Смотрите, деревянная. Декоративный ящик на колесиках. Что-то цен нигде нету. Сколько он стоит? Ой. Еще вот с надписями, с другими. Вот такой милый ящичек. Вот такое декоративное кашпо. Тоже серия Африка. 199 рублей. Металлическая. Горшочек для цветов. Угу, вот это серия Африка. Тоже 199 рублей. Еще вот такого орнамента. Как будто глиняный. Ароматные свечки. Pink Vanity Rose Water. Читаю. 199 рублей. Походу тоже. Серия Африка. Маска. Декоративная фигура, но это маска. Наверное, тоже 149 рублей. Подсвечник. Ну вот кто увлекается такими африканскими мотивами, здесь вся коллекция есть в фикс прайсе. Крокодил золотой и вот такой черный. Вот золотой. Ваза 149 рублей. Ой, не вижу ничего. На что? Вот с таким орнаментом и вот с таким. Смотрите, альгинатные масочки есть с авокадо.
надо взять. И вот такая шоколад. Тоже альгинатка. А вот еще, смотрите, рамка есть. Тоже серии Африка. Ее можно ставить, а можно подвешивать. Такая. 149 рублей. Кстати, я брала вот эту кислоту никотиновую. Мне очень понравилось. Раздражение, у меня никакой аллергии нету. Но волосы стали меньше, ну, как выпадать. Даже когда сушишь, расчесываешь влажные, меньше стало на расческе. А тут еще какая-то появилась. В принципе, я ее видела. Сенс. Снятие раздражения головы, защита кожи головы. Они, наверное, разные. Но я вот такую пользуюсь. Кстати, вот эта вот штука очень классная. Флорисан, производитель. Кератин де Пантенол. Так, видно? Нет, не смывает. Она не смывайка. Вот такой еще появился экопродукт с гидролатом розмарина. Сколько он стоит? 155 или 55? Или непонятно сколько. Сейчас посмотрим, где-то вот здесь у нас. Вон там цена. Ой. Маски тканевые для лица. 4 тканевых маски. Вот есть такая питательная. И вот увлажняющая есть. Сейдо, производитель. Восстанавливающая. И увлажняющая. Вот. 99 рублей стоит. Гималай. Ну вот этот Гималай, он жирноват. А вот с кокосом у них сейчас нет. А вот это что такое? Интенсивно увлажняющий. А это питательный. Ну вот не знаю, какую взять. Наверное, вот такую возьму. $55. Попробуем. Так, здесь еще есть Эвелин. Такой. Ой, мешаю. Сколько он там? 149 рублей. Так, ватные диски беру еще 100 штук. Появились новые полотенца Папи, 4-слойные. Смотрите, какая длинная упаковка. Экстрактом бамбука. 77 рублей. Надо взять. Такая корзинка есть еще на дверцу. Так, а сколько она стоит, кто же знает. Цены нет. Металлическая. Думаю, куда ее приспособить. Авоська, видите, какая есть, как раньше. Тоже нету никакой цены. Так, что по продуктам? Крем, мед с манго. 77 рублей, по-моему. А нет, 99. Странно, оно было 77. А, консервированная манго. Не написано сколько. По-моему, 77 рублей. Ну вот как-то вот больше нечего вам тут показать. Соки.
напитки всяческие. Ну вот как бы и все. Чайник заварочный, смотрите какой. С разных расцветок. А и вот такой есть. Цвет красивый, зеленый, болотный. Все, больше ничего не вижу. Ну и вот что я взяла. Две маски, крем и ватные диски. Все.